Здравствуйте! В эфире программа «Республика», в студии Максим Попов. Прямо сейчас о главных событиях в Чувашии. Дела сердечные. В республиканский кардиологический диспансер поступило новое оборудование. Нужные знания. В Чувашии проходит Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ. Свидетель эпохи. Чувашский национальный музей отмечает 99-летие. Сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев провел рабочий день в Москве. В его программе встречи в российском правительстве и Совете Федерации. С первым заместителем председателя Верхней Палаты Парламента Николаем Федоровым они обсудили перспективы социально-экономического развития республики и реализацию национальных проектов. Между тем, в Чувашию в рамках национального проекта здравоохранения поступило новое оборудование для точной диагностики сердечных заболеваний. Сегодня в республиканском кардиологическом диспансере прошел мастер-класс для специалистов. Патологии сердечно-сосудистой системы занимают первое место среди причин смертности во всем мире. Поэтому ранняя диагностика может спасти сотни человеческих жизней. Петру Степанову 2 года назад поставили диагноз ишемическая болезнь сердца. Теперь он 2 раза в год проходит восстановительное лечение в кардиодиспансере. Бывает, когда это связано с тяжелой работой, например, да, одышки там появляются, а после лечения все это вот, ну, как бы проходит после лечения, намного легче становится. Ну и, скажем так, очень приятно то, что вот наши врачи, так скажем, стараются, все делают, все возможное делают ради больных, ну, ради пациентов. Появляется, скажем так, легкость, ну, и работоспособность появляется, повышенная уже работоспособность появляется. И вообще сразу же видно, что улучшение есть. Установить вовремя точный диагноз помогает оборудование нового поколения. Заведующая кафедрой клинической функциональной диагностики Московского университета имени Евдокимова Светлана Иванова демонстрирует врачам-кардиологам клинической функциональной диагностики возможности сфигмометра. Он показывает возраст сосудов, их жесткость, что позволяет определить возможные риски. Что за заболевание можем мы диагностировать? Это, как правило, атеросклероз артерий верхних и нижних конечностей. Это заболевание коронарных артерий. Это артериальная гипертензия, которая стала бичом сегодняшнего дня. Артериальная гипертензия молодеет, что связано и с факторами риска, и с факторами питания, и с особенностями, наверное, повседневной жизни, интенсивностью образа жизни сегодняшнего, современного образа жизни. Поэтому правильное и своевременное выявление артериальной гипертензии, поражение органов мишени, которое обусловлено повышением давления, имеет важное значение в профилактике осложнений. Велоэргометр нового поколения. Современный универсальный электрокардиографический комплекс работает параллельно с УЗИ-аппаратом. Его тоже приобрели недавно, и он уже значительно упростил работу врачам. Прибор позволяет точно и быстро обследовать сердечно-сосудистую систему с дозированной физической нагрузкой и показывает, в какой части миокарда возникает спазм сосудов. Так можно предотвратить инфаркт. К нам направляют прежде всего кардиологи на это исследование. Кардиологи заинтересованы в этом. В этой диагностике вот, для отбора на высокотехнологичные операции, например, аортокоронарное шунтирование. Ранняя диагностика – это шанс сохранить качество жизни даже при серьезном диагнозе. Татьяна Трофимова, Павел Редков, Республика. В столице Чувашии продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. На этот раз участники соревновались в знании основ безопасности жизнедеятельности. Что дают такие практики, знает Юлия Важенина. Если противник прет на вас, дави на спусковой крючок. Если кончились патроны, не надо расстраиваться. Так экстремально этот предмет в школах не изучают. Тем не менее, знать, как действовать при чрезвычайных ситуациях, должен каждый. 113 учеников стали участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Делаем 30 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Для
9-х и 10-11 классов – две разные полосы препятствий. Преодоление водной преграды, умение пользоваться страховкой, оказание первой помощи, ориентирование. Девятиклассникам нужно пройти 6 этапов. У старших добавляется пулевая стрельба, прохождение зараженной местности в защитном костюме. Все это участники должны выполнить на время. Если человек готов к этим вот испытаниям, в принципе, сюда приехали самые лучшие с Чувашии, они уже все-таки на своих муниципальных этапах победили. Я так думаю, что при нормальной подготовке это несложные задания. Они спокойно могут справиться с этим. Мне кажется, волнение, наверное, самое трудное для них. Жене Иванову волнение не помешало пройти все испытания. К Олимпиаде он готовился 4 месяца. Из испытаний вроде ничего сложного было, но были вот увязки узлов за 2 минуты, конечно. 10 узлов – это, конечно, довольно много, но вроде уложился. ОБЖ пригодится для дальнейшей жизни. Но вот случай, например, если вот произошел, вот, например, аварийная катастрофа, нужно все знать, где прятаться, где, что нужно делать, какие ваши действия. Второй год подряд в Олимпиаде участвует Маша Ванюшкина. В прошлый раз ей удалось стать призером. Для меня было новинку ориентирования. Был совсем новый способ его определения. Мы определяли азимут от точки А до точки Б. Мне нравится в этом то, что я каждый раз ставлю новые рекорды для себя. Это расширяет кругозор, и я больше каждый раз я узнаю все больше и больше для себя. Все испытания уже позади. Лучшие отправятся представлять Чувашию уже на всероссийском уровне. Финал пройдет в апреле в столице Татарстана. Кстати, победа – шанс поступить в вузы страны без вступительных экзаменов по профильному предмету. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. От хобби к профессии. В Урнарской детской школе искусств благодаря национальному проекту «Культура» ввели новое направление – гончарное дело. Гончарное дело – древнейшее ремесло. Сегодня оно становится модным и увлекательным хобби. Как и много веков назад, люди изготавливают из глины посуду, игрушки и предметы интерьера. Учащиеся в Урнарской школе искусств очень ждали появления в их школе гончарного круга и муфельной печи для обжига. Расширили возможности по обучению детей лепке. Если изначально у нас была ручная лепка, то сейчас появилась возможность заниматься гончарным делом. Самое важное при работе с глиной – правильно ее подготовить. Сухую глину нужно размочить в воде, затем процедить через сито, чтобы очистить от разных примесей. Раствор очищенной глины должен настояться в течение 2 недель. После высыхания берем ее уже в более готовом состоянии и начинаем разминать в руках, да, когда она уже подсохнет. И после этого только мы можем приступать к лепке. Работа за гончарным кругом не так проста, как кажется. Центровка, придание формы будущему изделию, регулировка скорости круга педалью. Здесь важно четко знать и соблюдать порядок действий. Готовые изделия сначала сушат, а затем для прочности обжигают в муфельной печи в течение 10 часов. У нас есть свистульки и колокольчик. Мы это все лепим сами и расписываем тоже. Лучший подарок, сделанный своими руками. Свои работы ученики не только используют в домашнем обиходе, но и дарят друзьям и родственникам. Богдана Дойникова, Валерий Рюзюков, Республика. По-прежнему в строю. Советы ветеранов выполняют большую общественную нагрузку. Они занимаются патриотическим воспитанием, решают проблемы пожилых людей и участвуют в жизни столицы республики. Валентин Соловьев – один из активистов ветеранского движения. Глядя на Валентина Сергеевича, и не скажешь, что ему уже 91 год. Он пережил многое, но по-прежнему бодр и активен. Про таких говорят – всегда в строю. Валентин Соловьев ежегодно проводит десятки мероприятий патриотического характера. Охотно делится с подрастающим поколением своими знаниями, опытом и секретами долголетия. Главное, занимался спортом, военно-прикладным видом спорта. Особенно я полюбил стрелковый спорт. 4 февраля он в числе первых получил юбилейную медаль к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И еще письмо от президента России. Уважаемый Валентин Сергеевич, от души поздравляю вас с юбилеем. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. Своим трудом создавали богатство и мощь страны. И через годы несете любовь к родине, веру, правое дело. Подвиг вашего поколения – это поколение победителей. Будет жить в веках
объединить наш народ во имя больших созидательных целей. Желаю вам бодрости, духа и благополучия. Президент Российской Федерации Путин. Совет ветеранов, в котором состоит Валентин Сергеевич, ведет активную общественную работу. Их опыт и мудрость всегда будут востребованы. В этот раз на встречу с ветеранским активом пришел прокурор Ленинского района. Мы предложили, чтобы в нашем городе Чебоксарах был построен обелиск или памятник, посвященный труженикам тыла. Прокурор Рамиль Рафиков выслушал каждого ветерана, ответил на интересующие их вопросы. Речь шла о пенсионном обеспечении, жилищно-коммунальном хозяйстве и благоустройстве района. Александр Соловьев, Бахтияр Велиев, Республика. Сегодня в Министерстве внутренних дел Республики состоялась встреча представителей ведомства с командирами отрядов добровольной народной дружины Республики и студенческими отрядами правопорядка. Встреча прошла в формате конференции. Представители силовых структур и командиры отрядов обсудили, как можно заинтересовать граждан в охране общественного правопорядка, какие еще меры поддержки и поощрения дружинников стоит реализовать. Сегодня имеется возможность, друзья, поделиться опытом, проблемами, высказать идеи, которые могли бы наше сотрудничество вывести на более высокий уровень во благо жителей нашей Чувашии. Впервые на конференции представили и методическую разработку, в которой собраны основные требования к будущему дружиннику, тесты, памятки, а также нормативно-правовые документы, необходимые в работе народных дружин. Сегодня Чувашский национальный музей отмечает 99-летие. Созданный в эпоху становления чувашской государственности, он стал хранилищем самобытной национальной культуры. История края от древних времен до современности сосредоточена в уникальных экспозициях. Они меняются в зависимости от потребности времени, событий, календарных дат. Старый радиоприемник, кукла, партийный билет. Как символы советской эпохи. Окунуться в эпоху СССР помогла акция «Подарок музею». Она традиционно проходит накануне дня рождения. Место находится каждой принесенной в дар вещи. Для нас они представляют интерес и ценны тем, что они рассказывают об ушедших эпохах. Это могут быть и предметы быта, это могут быть одежда, обувь, различные документы, книги, которые рассказывают об истории людей, личностей, связанных с личностями, об истории края, природы. То есть предметы, которые позволяют нам, будущим поколениям, рассказать о том, что было в наше время или 100 лет назад. Особо ценные экспонаты – ордена и медали, чтобы память о войне не была только историей одной семьи. Это награды боевые моего брата 24-го года рождения Михея Валерия Михайловича, который, чтобы попасть на поле боя, на боевые действия, прибрал в себя 1 год и прошел войну 41-й, ну, закончил в 48-м году Австрии. Он был танкистом, 2 раза горел. Взятие медали, взятие Берлина, Праги. Это продолжение боевого духа нашей семьи. Музей по-прежнему остается просветительским центром. Здесь проводят экскурсии. И в канун своего столетия сотрудники уже составили целый план мероприятий, в центре которых будет цифра 100. Страницы истории музея, лучшие экспонаты, видеорассказы найдут свое место в социальных сетях, на сайте. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика. Впереди плей-офф. Хоккейный клуб «Чебоксары» завершил регулярное первенство на победной ноте. Вчера «Богатыри» сыграли 3-й матч с Оренбургом. Первую встречу на выезде в Оренбурге «Чебоксары» выиграли. Второй матч остался за хозяевами льда. В 3-м наша команда наращивала свое преимущество с каждым периодом. Победа могла получиться крупной, но в завершении Оренбург забросил 2 шайбы и устроил нервную концовку. Ну, а в сегодняшней игре мне понравилась команда, то есть уже совсем другого Москвы, проверили небольшое собрание на расставке. Вот, хотелось на мажорной носе завершить регулярный перенос, что в принципе сегодня не получилось. Выложились ребят, немножко смазали концовку, но тем не менее положительный результат, как бы, в степени себя сглаживает.
итоге победа и 2 набранных очка. После этого тура ХК «Чебоксары» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице первенства высшей хоккейной лиги. Соперник «Богатырей» на первые игры плей-офф станет известен позже, когда регулярные матчи завершат остальные команды. Если «Чебоксары» останутся на 2-м месте, то в плей-офф сразятся с красноярскими «Рысями». Если спустятся на 3-е, соперниками будут ХК «Оренбург» или «Кристалл». Первые игры плей-офф наша команда проведет на выезде, а следующие – дома в Чебоксарах, предварительно 4 и 5 марта, сообщают на официальном сайте хоккейного клуба. Это главные новости к этому часу. До свидания.